кто-то выбирает квартиру у моря, кто-то выбирает квартиру в горах, а сегодня я вам покажу квартиру прямо около леса, около лесного массива. И сегодня мы с вами на улице Известинской рассмотрим жилой комплекс «Парк Авеню 2». Вот такой вот пятиэтажный клубный дом, он сдан. Здесь у нас статус квартиры, проходит ипотека. Рядом, как вы видите, уже лесопарковая зона национального парка. Это у нас вот такая детская игровая площадочка с таким покрытием травмобезопасным, да? Навесик сделали для детишек, чтобы им не жарко было. Молодцы. И рядом у нас уже давно сданный и раскупленный жилой комплекс «Парк Авеню 1» от этого застройщика. Ну а сегодня речь пойдет именно об этом жилом комплексе. Примечательно то, что вы можете прогуливаться по лесу. Тут совершенно другой запах, другой, так сказать, климат. Вот. Ну, здесь уже многие живут, то есть здесь сделали ремонт. И сегодня несколько вариантов квартир рассмотрим для вас, для любителей, так сказать, тишины. Да, вот здесь вот огородили территорию. И можно выйти в лес, прогуляться, видите, тропиночка. Все облагородили. Птички поют. Свои какие-то тропочки есть для прогулок, да? На первом этаже у нас все квартиры распроданы. Даже были квартиры с террасами в ту сторону. Вот, ну, мы сегодня другие квартиры с вами рассмотрим. Такая вот здесь огорожена территория. Парковки вообще проблем не будет. Здесь вертолет летит. Вот, дом находится на равнине. На равнине до моря здесь километр 800. Здесь у нас из коммуникации все центральное. Отопление будет на электричество. У меня уже есть. Такая входная группа. Домофон. Качественная отделка. Как и в первом доме. У них похожий стиль. Светлые, так сказать, лестничные марши. Очень люблю, когда много света. И давайте рассмотрим несколько квартир. Вот такое освещение, подвесной потолок, качественные двери. То есть менять их не надо. Поднялись мы с вами на второй этаж. Вот такие же двери, как и в первом доме. Вот такая вот квартира площадью 34 квадратных метра. Стоит она 2 827 тысяч. То есть по 93 тысячи. Выше этажом такая квартира стоит 2 857 000. Всего на 1000 рублей. Дороже, но этаж повыше. Тоже забежим, на нее посмотрим. Здесь вид у нас на соседний участок. Здесь уже стоит дом. Витражное такое интересное остекление, эркерное. Можно, в принципе, вот сделать и балкон, если вам не нужна будет большая площадь. Если вы хотите сделать как студию или однокомнатную квартиру, здесь у нас как раз место для кухни. Это санузел. Можно пополам разделить это помещение и отдельную спальную комнату сделать, то есть свободной планировки. Квартира также на втором этаже. Зайдем с вами в эту квартиру площадью 29,2 квадратных метра с видом, получается, на лес. 2 миллиона 920 тысяч рублей. Первые этажи у нас имеют, видите, отдельный дворик, террасу, так сказать, да? Вот, ну а здесь у нас вид просто на зелень. Две створки открываются, то есть можно как-то распланировать ее в однокомнатную квартиру, вполне небольшую, можно оставить просто студией. Для тех, кому площадь нужна чуть побольше, есть вот такое предложение, 32,8 квадратных метра, угловая квартира с тремя большими витражными окнами, хорошо планируется в полноценную полуторакомнатную квартиру, то есть кухню-гостиную и спальную комнату. Стоит эта квартира уже 3 миллиона 280 тысяч рублей. И выше этажами эти квартиры уже проданы, лишь на пятом этаже есть подобная квартира, но она даже чуть подешевле, мы тоже ее сами рассмотрим. Но пятый этаж, он мансардный, поэтому перекрытия там деревянные. И вот эта квартира именно
угловая, она более интересная. Здесь у нас коммуникация для санузла, очень правильной формы, без всяких выступов. Здесь кухонная зона и вот большая, как бы спальная комната, либо как гостиная свободной планировки. Третий этаж, и как обещал, показать такую же квартиру, как на втором этаже. Столько же у нее по квадратуре, 34 квадратных метра. С витражным остеклением 2 миллиона 857 тысяч рублей. Тоже вид во двор соседнего дома. Вот. Разница в 1000 рублей за квадратный метр, я бы взял чуть этажом повыше, да, вот именно эту. В принципе, более светлая, просторная квартирка для отдыха. Проходим мы с вами дальше по коридору и рассмотрим следующую квартиру площадью 36,2 квадратных метра. Именно вот такой планировки, свободный. 3 миллиона 402 тысячи рублей, по 94 тысячи за квадрат. Вид у нас на двор, на парковку и на лес. Ну вот сбоку вот тут вид на соседние окна. Выше этажом такая 97 уже тысяч за квадрат, чуть подороже. Мы с вами на четвертый этаж и рассмотрим еще побольше планировку по квадратуре. Угловая квартира. 43,3 квадратных метра. То есть эта квартира прям очень-очень даже красивая в эркерном исполнении. Вид у нас получается здесь и на лес, на детскую площадку. Много света. Свободной планировки 4 миллиона 763 тысячи, то есть по 110 тысяч за квадрат. Выше этажом, на мансардном этаже, квартира стоит 4 миллиона 70 тысяч рублей. Вот такая вот свободная планировка квартиры. Четвертый этаж. Также есть квартира 43 квадратных метра по 97 тысяч. 4 миллиона 161 тысячу рублей. Тоже окна в пол. Здесь у нас уже вид вот такой. Тоже полуторакомнатная квартира, большой площади, неплохой вариант, с видом на зелень, тишина полнейшая здесь. Что касается по акции квартиры, то она есть здесь на четвертом этаже, вот такой планировки, свободной. И площадь ее составляет 41 квадрат, 3 миллиона 680 тысяч рублей. А ее как планировать я точно не могу сказать. Ну, хотя здесь выделить спальную комнату, здесь у нас кухню узкую, санузел и гардеробную сделать. Как вариант, по 90 тысяч и квартира имеет вот такой большой балкон. С видом получается на лес, на детскую площадку. Тоже неплохо. Ну, кому как, выбор здесь есть, можно что-то для себя присмотреть. Подняли с вами на пятый этаж. Зайдем в одну квартиру с двумя окнами. 30,8 квадратных метров. Вот такая вот однокомнатная квартира. Хорошо планируется она. Стоит 2 миллиона 895 тысяч рублей. Здесь уже окна не панорамные, не витражные, так сказать. Но, тем не менее, вот такое предложение есть. Здесь у нас выделяется санузел, здесь у нас кухонная зона. И здесь, пожалуйста, спальную комнату можно здесь сделать гардеробную еще. Вид у нас в сторону жилого комплекса Golden City. Там же у нас море. До моря 800 км. Минут 20-25 пешочком пройтись по равнине. Жилой комплекс удачный. Видели обзор уже. Вот такая квартира. Мы с вами рассмотрим квартиру, самую доступную в этом жилом комплексе по цене, 27,7 квадратных метров. Это студия. Стоит она по 94 тысячи за квадрат, 2 миллиона 603 тысячи рублей. Окна здесь выходят в сторону леса. Ни дороги, ничего, тишина полная.
нас в продаже на пятом этаже вот такая квартира, 32,8 квадратных метра, угловая, которую мы с вами рассматривали на втором этаже, уже не витражное остекление в пол. И она стоит 3 083 000 рублей. Планируется полуторакомнатную квартиру. Здесь лес у нас вокруг получается, то есть кухню-гостиную и отдельную спальную комнату можно выделить с двумя окнами. Вид здесь, конечно, в лес, ну, для любителей тишины, так сказать. И стоит она 3 083 000 рублей. Еще одну последнюю квартиру с вами рассмотрим. Максимальные площади 50 квадратных метров с тремя окнами. Это угловая квартира. Стоит квартира 4 220 000. Делится она в полноценную двушку, то есть по окну. Это у нас спальная комната, здесь спальная комната. И здесь кухня, здесь у нас санузел. То есть площадь позволяет распланировать по-своему, ну, примерно, то есть полноценная двухкомнатная квартира. Здесь у нас окно смотрит так на лес. Здесь у нас вид получается на придомовую территорию, на детскую площадку. Ну и такие же виды с этого окна. Вот, а несмотря на то, что это мансардный этаж, здесь, кстати, не жарко. Здесь не жарко, потому что бывает на мансардные этажи заходишь, вообще тяжело прям дышать. Но здесь нормально. Видимо, лес все-таки делает свое дело и не так ощущается. Ну и, соответственно, высокие потолки, то есть 3 метра, даже чуть больше, чем ниже этажами. Итак, мы с вами рассмотрели жилой комплекс Парк Авеню 2, квартиры для отдыха, разные планировки, свободные. Кто-то захочет квартиру для жизни вокруг лес, кто-то для отдыха. Выбирайте, пока еще есть предложение. Качественный дом от надежного застройщика, все коммуникации подключены. Доплата здесь есть 45 тысяч рублей за разделение счетов. У этого застройщика всегда такие есть доплаты. Напомню, до моря здесь 800 км. Остаются вопросы, задавайте, пишите в комментариях, ставьте лайки, если понравился этот жилой комплекс. Всем пока!